в одном селе был один человек, у него была красавица-дочь. И в это село пришел юноша из другого села и хотел к ней посвататься. И в этот же момент приехал юноша из третьего села и тоже хотел к ней посвататься. И начали спорить, кто пойдет первым свататься. И поубивали друг друга. И крестьяне с их двух сел тоже собрались вместе и начали мстить друг за них, и тоже поубивали все друг друга. Остался только один человек, который мне рассказал эту историю. Тоже уже без ноги, там, с одним глазом, щепелявил такой. Так, давайте же выпьем за то, чтобы любовь никогда не лишала нас разума. Да. И за общение по интернету. Да. Знакомство. Да, знакомство. Ну, так не лишено, я скажу, разума.